Ну что, сколько слов тебе дали? Опять 3? Что ж, можешь использовать их прямо сейчас. Я люблю тебя. Да, детка, теперь я люблю тебя еще больше. Вы уже определились, что будете? Я буду стейк с картошкой, а она овощной салат. Это все? Девушка, вы уверены, что больше ничего не хотите? Она вам не ответит, у нее больше нет слов. А, я поняла, извините. Подойди, я хочу посмотреть на тебя. А ну-ка, повернись. Нет, мне не нравится. Я сейчас сам выберу что-то подходящее. Вот, держи. Только в примерочную пойдем вместе. Прошу прощения, у нас в кабинке может находиться только один человек. Я ей просто помогу одеться. Позвольте, я все сделаю сама. Ладно, только недолго, поняла меня? Эй, с тобой все нормально? О нет, неужели у тебя нет слов? Блин, мне это запрещено делать. Ладно, надеюсь, тебе хватит этих слов. Это не мой парень. Ну что, вы еще долго там? Одну минутку, у нас тут маленькая проблема с молнией, сейчас выйдем. Делай вид, что все хорошо, а я пойду за помощью. Нет, пожалуйста, не нужно никуда. Меня хватит, я захожу. О да, тебе так идет этот цвет, и выглядишь сногсшибательно. Мы берем это. Хорошо, сейчас выпишу чек. Платье на вас сидит шикарно. Примите от нас знак благодарности, маленький презент. Спасибо, пошли отсюда. Ну что, детка, надеюсь, ты рада своему наряду. Я-то плохое не выберу. Он подчеркивает твою фигуру. И да, надеюсь, ты проголодалась, потому что я заказал нам столик. Детка, это особенный для нас ужин. Ну же, попробуй. Я сказал, ешь. Обещаю, что ты не уснешь, как в прошлый раз. А что это мы сегодня дерзкие такие? Думаешь, побыла с консультантом и все? Теперь все можно? Да я вообще гляну, что она тебе за подарок дала. Нет! Что? Откуда ты взяла слова? Нет! Что? Откуда ты взяла слова? Значит, это была та продавщица? Ясно. Ну и зачем она это сделала? Видимо, слова она дала тебе немного. Меня это не устраивает. Я хочу знать правду. Сейчас принесу лист, будешь все писать. Пиши, о чем вы там говорили? Хватит, давай сюда. Значит, ты не знаешь, зачем она это сделала. Ладно. Но учти, если ты мне врешь, ты знаешь, что произойдет. Ешь и жди меня здесь. Я сейчас приду. Я вернулся. Ну как, тебе нравится еда? Отлично. Ну кушай. Эй, детка, ты меня слышишь? Да, сработало. Прости, детка, но у меня не было другого выбора. Я чувствовал, что ты можешь уйти. Ну и что ты тут делаешь? Ну и что ты тут делаешь? Значит, ужин ты не ела. Да с тебя вышла бы шикарная актриса, если ты так умеешь притворяться крепко спать. Ну и что же ты тут делала с моим телефоном? Дай сюда. Что? Вот негодяйка. Ты зачем сюда заявила? На, полюбуйся. Расскажите, как давно пропала ваша дочь? Это было в 2018 году. До сих пор помню этот ужасный день, как она пошла на свидание с мальчиком, а после... Все, довольно с меня этой болтовни! Милая, неужели после всего того, что я для тебя сделал, ты хотела от меня просто так уйти? Думаю, тебе не терпится задать мне пару вопросов. Что ж, давай! Как ты это делаешь? Милая, неужели ты так и не поняла? Я нашел способ, как контролировать и забирать твои слова. И знаешь, мне было так забавно наблюдать, как ты каждый год ждешь, что получишь много слов, но в итоге напомни, сколько ты получаешь? 3. И что же я тебя прошу сказать на них? Я люблю тебя. Я люблю тебя. Это были единственные слова, которые я хотел услышать. Но ты никогда не любила меня. Да потому что ты шизик. А я ведь жить не могу без тебя, Маш. И готов сделать все, чтобы ты была счастлива. Ну так отпусти меня. Милая, ты же знаешь, я не могу этого сделать. Я должен тебя защищать. Да ты же ненормальный. Дорогая, ты же на эту ерунду израсходуешь все свои слова. На, возьми еще. Ты понимаешь? Ты просто... Хватит. Мне кажется, было лучше, когда ты молчала. Ладно, я пойду. А ты посиди здесь и подумай, стоило ли так себя вести? А это еще кто? Похоже, у нас незваные гости. Сиди тихо, поняла? Офицер, я же говорю, вы просто ошиблись. Возможно, вы и правы. Но позвольте нам пройти и осмотреть дом. Соседи видели вас с девушкой. Сэр, я ничего не вижу здесь подозрительного. Хотите вернуть свои слова назад? Что ж, загляни еще на второй этаж. Если все чисто, то пойдем. Ну я же говорил, наши соседи еще те выдумщики. Что ж, видимо, мы правда ошиблись. Слова активированы. Здесь все чисто, извините. Нет!
Помогите мне отсюда выбраться! Что это был за звук? Да, это вам послышалось! Да, я здесь, в подвале! Быстро веди нас в подвал! Что? Это вы, Смирнова Мария? Да, это я! Не может быть! Не волнуйтесь, теперь все будет хорошо! Вот негодяйка! Ты как вернула свои слова? Я тебе этого не прощу! Ребята, кто-нибудь, закройте уже этого! Милая, не волнуйся, уже все позади! Маш, скажи, что любишь меня! Скажи им, что у нас все хорошо! Иначе я просто... Нет, пожалуйста, хватит! Замолчи! Заберите его в машину, чтобы он не мозолил всем глаза! Детка, умоляю тебя, сделай это, иначе... Уважаемые, пройдемте! Не смей меня больше называть детка. Хотя нет, знаешь, можешь называть меня кем хочешь. Мне уже все равно. Ну что, каково тебе сейчас чувствовать то, что чувствовала я все 3 года? Знаешь, Макс, ты получил по заслугам.